Друзья, всем привет! Всех рад видеть вас на моем канале. Сегодня будет очень интересный видос. Отличная новость. Я лечу в Москву, а завтра с Москвы лечу в Минеральные воды. Я, как один из лучших блогеров Саратовской области, попал на такое классное мероприятие, которое пройдет по всему Северному Кавказу. Мы посетим все крупные города. В данный момент нахожусь в аэропорту. Аэропорт имени Гагарина, город Саратов. Задача сейчас пройти регистрацию, сесть и полететь в Москву. Завтра с Москвы уже в Минеральные воды. Так что не переключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну что, объявили посадку. Двигаемся к самолету. Немножко даже волнительно, давно не летал, ребята. Побаиваюсь этих самолетов. Полет прошел удачно. Спасибо Аэрофлоту. Покормили, повеселили. Отправляемся дальше. Спасибо. Ребят, давайте я вас познакомлю со своими друзьями. Это Рома Радченко. Привет. Один из лучших блогеров Саратова. И Татьяна Белоусова. Правильно? Да. Ты приехала, расскажи нам, в Москву для чего? Работать. Отдыхать. Люди едут. Мы сейчас едем на Кавказ с Ромой. Завтра утром полетим. А Татьяна приехала в Москву по своим делам. У нее еще свой бизнес. А мы прибыли в отель Шереметьево городок. Буквально от самого аэропорта ехали минут 5, наверное. Сейчас будем заселяться. У нас двухместный номер. С Ромой будем. Пятизвездочный отель. Смотрите, даже телевизор есть. Холодильник, туалет, ребята, ванна. Не знаю, правда, мы завтра уже утром улетаем, но тем не менее, приятно, когда такие бонусы компании платят. Ребят, время 4 утра. Через полтора часа у нас самолет до Минеральных вод. Ром, доброе утро, как спалось? Никак. Поспали буквально минут 30-40, наверное, поэтому очень тяжело вставать. Но придется, билеты на руках. Включаем свет, умываемся и отправляемся. А у нас началась посадка до Минеральных вод. Кстати, здесь едут спортсменки, джудаистки. Сейчас познакомился. Они с Московской области.